Всем привет! Это видео будет отличаться от моих предыдущих, потому что оно посвящено моему переезду. Да, так случилось, что мне надо переехать, причем в ближайшее время, в ближайшие пару недель, я думаю, что это случится. И я решила, что почему бы не запечатлеть этот момент моего переезда, сбора всех инструментов. Сейчас я, например, мне нужно будет дособирать какие-то станочки, которые еще остались прикрученные, как-то все это привести в порядок, разобрать вот этот вот стол. Единственный огромный плюс моего переезда, что там у меня будет отдельная комната под мастерскую. То есть это хорошо, потому что сейчас я живу в однокомнатной квартире, и, в общем-то, где мастерская, там и, собственно, моя жилая площадь. Это неправильно, нехорошо. Там достаточно небольшая комната, но ее будет достаточно для того, чтобы разместить несколько столов. Стеллажи все со мной поедут. Вот. Ну, в общем-то, но для этого стола я не уверена, что есть место. Я думаю, что, возможно, я не буду его устанавливать, но я не буду ни в коем случае выкидывать столешницу, потому что это обычная фанера, и, в общем-то, она тоже поедет со мной. Ну, а сейчас просто я включу себе какую-нибудь музычку и буду собирать свои манатки, ну, а вы будете подглядывать. Еще хотела вам снять свой скромный огородик. Вот так вот развлекаются городские жители, у которых нет дачи. Ну, нормальный такой салатик вырос, чё? А петрушка чё-то не особо. Ну ладно, это так, чистое развлечение. Выросло и радость хоть какая-то. Переезд — это круто, говорили они. Смена места жительства – это круто, говорили они. Начнешь новую жизнь, говорили они. Все будет зашибись. По итогу я сорвала спину и заболела. Вот через 5 дней переезд, уже все, машина забронирована, короче. Назад дороги нет, а я вот в температуре. Горло болеет. Ну, надеюсь, хотя бы не корона. Ну, на самом деле, я думаю, меня просто продуло, потому что у нас дожди, прогулки с собакой по лужам никто не отменял. Вот. Так что вот пока такое вот включение. Включусь уже, когда будем переезжать. Ну что, вот я и переехала. Это я вам сейчас показываю мастерскую будущую, потому что здесь вот пока все напихано, как напихалось. Свою мебель, конечно, это все будет по-другому. Источник света здесь пока один, потому что люстру сняли. Надо будет еще думать, как мне сделать освещение, чтобы оно было по всему периметру. Ну, будет несколько светильников сверху. Вот, пока это выглядит так. Не помню, сколько здесь квадратных метров, но приличное, по-моему. 12, может, или 15. Что-то такое. Вот здесь настоящий паркет, которому очень много лет. Но я люблю его. Вот. А пока здесь, конечно, надо делать ремонт. Но это уже буду, наверное, снимать отдельное видео, потому что мастерская у меня будет в стиле лофт. Обои все снимутся. Шиповничек тоже растет, запах замечательный, уже отцветает.
А вот это вот и есть Олимпийская деревня. Вот здесь система озер. Ну, искусственных, конечно, их здесь раньше не было. Их сделали специально. Там метро находится близко. Вот так аллея выглядит вечером, поздно. Тут мы по дороге в парк. А сегодня мы идем на собачью площадку. Сейчас покажу, как там классно. На этой поляне мы в детстве загорали, ходили на пикники. Вот. Раньше же не косили, и трава по пояс вырастала. Поэтому мы протаптывали себе полянку, и, в общем-то, никто нас не видел. Мы сидели в кустах. Там находится площадка, но сегодня я ее не покажу, потому что там занимаются. Там большие собаки, и мы туда не пойдем. Площадка занята, поэтому мы пойдем по тропке куда-нибудь вглубь. Жалко, нет солнышка, и похолодало опять. Ну, что делать? Можно сказать, теперь у меня тоже есть кусочек леса. Ну, как леса, парка. Где можно погулять. Сейчас я иду в одно место, пытаюсь спуститься к речке. Пока не очень получается. Все, конечно, изменилось за 7 лет. Не знаю, видно или нет. Вон там есть речка. Она совсем маленькая, 2 метра в длину и прям по колено. Но, тем не менее, есть. Сейчас. Наконец-то удалось спуститься. Вроде вот на этом дереве раньше висела тарзанка, и мы как-то вот над рекой катались. Но не уверена, что на этом дереве. Так, здесь такие приличные стоят. Прям ностальгия-ностальгия. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!